Всем привет! Сегодня поделюсь рецептом морковного супа. Я такой суп делаю, когда мне, например, хочется приготовить что-то быстренькое, полезненькое, или как в этом случае надо использовать морковку до того, как она испортится. Вот, для этого всего мне понадобится морковь моя, сколько у меня есть. Я где-то на 1,5 литра кастрюльку буду делать с этой морковки, и один лук. А дальше покажу. Я начну с нарезки морковки и обмывание, обчищание, а дальше покажу. Вот, морковку я помыла, теперь я ее примерно мелко нарезать не буду, так как мы потом все это в миксер уберем, ну, вот такими кусочками, ну, чтобы опять же и не варилось долго. То есть нарезаю морковку такими крупными кусочками. А также очищенную морковку тоже такими крупновастенькими кусочками нарезаю. Теперь у меня 1,5 литра бульона. Я уже его закипятила, все с кубика бульон у меня сегодня, потому что суп будет быстрый. Закидываю это все в кастрюльку и варю до того, как морковка станет мягкой. Это займет буквально 10-12 минут, в зависимости от того, какие кусочки морковки и все остальное. А дальше увидимся. Для украшения я себе зарезервировала пол морковки. Я ее вот так разрезаю на маленькие такие спичечные столбики и быстренько обжарю это все на сковородке в подсолнечном масле. Это я буду использовать для украшения в конце. Вот, морковка сварилась до мягкости. Теперь я это все перемещаю, особенно эти овощи, перемещаю в блендер. И это все я пропульсирую до гладкости. Можно толкушкой помять, можно погружным блендером, кому как нравится, и до густоты жидкости, какая кому подходит и на вкус. Пропульсируем это все и встретимся. Вот, супчик пропульсировался, вот такой он красивый, оранжевый. Возвращаю его в кастрюлю с бульоном. Сюда же вливаю еще, ну, такую, полстаканчика молока, отрегулировать жидкость. Можно сливки, кто что любит. Я добавляю молочко, вот. Возвращаю на плиту, довожу до кипения и, в принципе, все. Ну, вот супчик и готов. Получился очень вкусный. Сейчас можно попробовать это все на соль, перец, добавить. Кому чего не хватает, я немного соли морской, немного перца. К этому всему, например, можно зеленый лучок, зелень. У меня для азиатского этого вкуса порубленный мелко сырой имбирь, а также немного чили порубленного. И вот эту морковочку, что я поджарила, тоже вот так же можно сверху и сервировать.